Все, держи. Шепчуть страхи друг другу фашисты, притаясь в темноте блиндажей. Появились с Урала танкисты, дивизия черных ножей. Беззаветный бойцов отряды, их отваги ничем не убьешь. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Автоматчики спрыгнул, никаким их огнем не возьмешь. Добровольцев не смять лавину, ведь у каждого черный нож. Мчатся танков уральские громады, вражью силу бросая в дрожь. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Седому Уралу, будь уверен в сынах своих. Нам не зря подарили кинжалы, чтоб фашисты боялись их. Мы напишем, воюем как надо, и уральский подарок хорош. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Мы вокально-инструментальный ансамбль вдохновения лицей 135. Все хорошо. 135. С праздником. Пожалуйста, имена ваши назовите. Иван. Полосов Иван, Авдеев Иван, Картунин Иван, Овчинникова Ольга, Витя Марина, Авдеев Иван Анатольевна, руководитель вокально-инструментального ансамбля. Это там Петя учился. Петя Яковлев, да. Это мне интересно. Нет, мне бы интересно. Праздником. Вам спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Что? Я что-то волновалась. Марина, ты была?